Да, никогда такого не было, и вот опять. Вот смотрите, я вам все рассказывал про плесень. Вот видите, зеленая плесень. То есть сначала вот она зелененькая, потом коричненькая, а потом черная. То есть вот этот вот бассейн, он у нас с какого года? Он у нас с 1997 года. Ну, естественно, там что-то там было и так далее, и так далее. Вот такая плесенюшка завелась. И, как бы сказать, она была маленькая, она была такая, ну, легко отдиралась. А теперь же, вы видите трансформацию именно в этот год. Трансформация достигла, можно сказать, своего предела. И что самое интересное, я хочу отметить. Вот видите, вон этот кружочек чистый, и рядом на стенке чистая, совершенно чистая, так сказать, аж не свойственная. Значит, вот в этой вот ерунде, вот в этом в контейнере, вот в этом металлическом с дырками, там находится шунгит. И вот представьте себе, я опустил этот шунгит, он, значит, боролся, грубо говоря, с этой со всей плесенью, боролся, но в конце концов, будем говорить, вот с того года все это простояло, и не один год, плесень приобрела свойство противостоять уже и шунгиту. Но тем не менее, вот там, где он был, его концентрация была наибольшая, там плесень не завелась. Вот теперь отсюда и делайте выводы соответствующие. Точно так же у нас у кишечники появляется такая, будем говорить, безобидная молочница, которая потихоньку-полегоньку, значит, внедряется в организм, превращается в коричневую плесень, и со временем все это трансформируется, особенно если человек начинает лечиться там антибиотиками и так далее, в онкологию. И, как говорится, вот и весь хрен до копейки. Хотите, думайте сами, хотите, думайте не сами. Вот такие-то вещи. Я обычно купаюсь здесь, не раз вам показывал, как я это делаю, и теперь вот предстоит очистить бассейн от этой всей плесени, набрать его, шунгит положить, и шунгита положить поболее, и, грубо говоря, возможно, и вовремя воду менять. Я же еще думал, там зимой, когда там нырну, то все. Грубо говоря, купальный сезон закончился осенью, где-то в сентябре. И все, выпускать воду, чтобы это все было чисто. Ну, как-то вот так вот, да, видите? Вот, приобрели соответствующие мазюки. Супруга будет работать над этим делом. Золотой человек. Вот такие-то дела. Ну, хау. Я все сказал.